Столичная мэрия отменила более 60 мероприятий, посвященных Мерцишору. Решение приняли в связи с трагичными событиями на Украине. Муниципалитет сообщил, что деньги, выделенные на праздник, перенаправят на оказание помощи беженцам. Между тем, сегодня открывается музыкальный фестиваль Мерцишора, организованный правительством. Он продлится до 10 марта. 19 концертов пройдут в Кишиневе и 15 в других населенных пунктах страны. На организацию мероприятий предусмотрено свыше 2 миллионов леев.